Почему перед входом валяется бухой Гличтрап? Я не понял. Ля, они что творят? Смотри, 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 они долбятся друг в друга. Да в смысле? Ты что, я не понял? Алло, ты куда? Привет! Сегодня поиграем в новый фанатский хоррор FNAF «Назад в 80-е». Этот хоррор рассказывает нам о пиццерии с разобранными старыми аниматрониками, и наверняка будет очень интересно и круто. Если ты ждал новых фанатских хорроров, то обязательно ставь лайк под этот видос. И чем больше будет лайков, тем больше новых фанатских игр будет на моем канале. Это канал FNAF Play, а я Golden Freddy, и погнали играть! В главном меню мы видим аниматроника Фредди, он довольно-таки разобранный и светятся глаза у него красным. Наверняка будет интересно посмотреть, что это за игра. Тут есть режим истории, и с него мы, пожалуй, начнем. Давайте посмотрим, что нас ожидает в этой игре. Вроде как она похожа на КНАФ, и тут даже есть кат-сцена, а вот это уже неплохо. А вот это уже заявочка на крутую игру. Так, давайте ответим на звонок. Hello, вы Джим? Алло, это Джим. Марк. Это я, Марк. Ты это работать сегодня будешь? Нет, охранником. Why? Да, я сейчас еду в пиццерию. Он говорит, там ты должен въехать в пиццерию Фредди, там уже тебя все ждут. Да, в смысле, а как я туда попаду? Она же закрыта. Да, там уже открыто, все нормально, не парься. Он говорит, окей, я почти подъезжаю, сейчас все будет. То есть мы поехали на нашу ночную смену в пиццерию Фредди. С какого фига она закрыта, я не знаю, ну вот она. Чего? Че? Что? Я не понял. В смысле? Бухой Гличтрап. Здрасте. Я это обсал. А, здравствуйте. Это как? В смысле? Почему перед входом валяется бухой Гличтрап? Я не понял. Алло. Это как бы... Это мой первый рабочий день, а уже Гличтрап. Можно назад? Я поехал. Я не буду тут работать. Отвалите нафиг от меня. Я отказываюсь здесь работать. Тут Гличтрап бухой валяется. Давайте обойдем пиццерию. Мне кажется, это какая-то подстава. Это явно какая-то... Это ошибка. О, в смысле... Что? Здравствуйте. Здравствуйте, Гличтрап. Почему клон Гличтрапа валяется... Точнее, стоит здесь, он уже не валяется. А я не понимаю. Это Гличтрап. Но это явно Гличтрап, только он... Это ж... Это Шэдоу Гличтрап, новый аниматор. Мы... О, не, ну все, это миллион тысяч лайков. Это сразу... Вот ты сейчас ты видишь это? Ты это просто... Ты осознай, что это Шэдоу Гличтрап. Такой контент где-то вообще есть, в принципе, на Ютубе? Нет его. Потому что он только на моем канале. А это знаешь, что значит? Это значит, что-то кучу лайков завести, потому что это топ. Ну ты посмотри, Шэдоу Гличтрап. Их два Шэдоу Гличтрап. Ну все. Шок-контент 24+. Окей, идем дальше. Я сейчас обойду эту пиццерию. Если будет еще один Гличтрап, я офигею. Это что такое? Плакат с плюшевым Фредди, окей. Но это не так интересно, тоже неплохо. Плакат с плюшевым Фредди, пожалуйста. А где еще Гличтрап? Это какая-то пиццерия с Шэдоу Гличтрапом. Мне уже страшно. Мне уже, блин, страшно заходить внутрь. Если здесь снаружи такая дичь творится, что же будет внутри? Я даже представить не могу. Так, ну давайте зайдем. А как зайти? О, открывается дверь, окей. Welcome to пиццерия. Пацаны, здорово! Ха, вас-то я ждал, да. Чика, Фредди и Бонни без лица. У нас тут поломанные пацаны. Поломанные пацаны. Как-то выглядят они криповенько, но неплохо. Это наша банда. Это наша банда аниматроников. Только после... Это пицца? Это можно похавать? Окей, лежит пицца. Так, здесь у нас что? А вот и Гличтрап. Здравствуйте! Здравствуйте, а он почему-то завис. Мне кажется, он завис, и что-то сломалось. С этой игрой что-то явно не то. Есть ли у нас Фокси? Фокси есть, но Фокси вроде целый, правда, у него ноги ржавые, капец. Фокси... Ой, что происходит? Что происходит? Тут пицца глючит, алло. В этой игре глючит пицца, я не знаю, что с ней... Мне кажется, в пиццу вселились демоны, потому что... Ну, вызывайте экзорциста! Мне кажется, аниматроники ни при чем. В пиццу вселились демоны, она меня подкидывает. Где она? Куда она? Что? Пицца, что с тобой не так? Пицца куда-то делась. Исчезла. Я не знаю, что за дичь происходит в этой пиццерии, но какая-то жесть, если честно. Газетки. Ладно, давайте зайдем в офис и посмотрим. У нас началась ночь. Здрасте. Hello. Фон, гай, заткнись. А мы идем гулять. Ну, давайте посмотрим, что в этой пиццерии есть интересненького, потому что тут явно... Я могу прыгать по столам. Окей, тут есть толканы. Кто сломал стену? Кто-то, видимо, сильно хотел срать. Так, толканы тут есть. Скримеров здесь нет. Можно посрать? Я уже готов, потому что слишком страшно, очень страшно в этой пиццерии. Это что, секретная дверь? Закрыто!
Ты посмотри-ка, закрыто. А где ключ? Это ключ? Так, кто-то высрал пиццу. Наверное, это была Чика. Это 100 за 200. Только Чика могла такое сотворить. А аниматроники сегодня активируются? Опачки, Golden Freddy! Я даже тут есть, смотри. Это мой братишка. Пустите меня к брату, я хочу с ним поздороваться. Можно мне? Ой, Бонни активировался. Бонни активировался, окей, но он без лица, нас не увидел с липошарой. Пустите меня к брату, он сидит, меня ждет, между прочим. А я не могу войти. Бонни, здравствуйте. Здравствуйте, Бон-Бон. Так, ну он как бы... А-а-а! В смысле? Он кинулся на меня, твою налево, ты дурак! Ты что делаешь-то, скотина? Так, ладно, он кинулся на меня и тарелки все поразбросал. Я сейчас немножко спокойно. За мной гоняется бешеный Бонни. Я хотел остальные комнаты посмотреть, но, видимо, мне не дадут. Пойду я закроюсь в офисе, так будет понадежнее. Час ночи, между тем мы выживаем. Это как бы выживание. Я сейчас закрою двери. Подожди. А как за... Как... О, я закрыл дверь. Чё, Бонни, жопа твоя, не достанет, да, меня? Я могу все двери закрыть, в принципе. А почему Бонни ко мне не идет? Я же закрыл дверь. Он должен подойти, типа, и посмотреть, что... О, дверь закрыта. Охранник безопасности... Опа, опа, смотри, смотри, уходит. Бонни, ты завис? Хочешь пиццу? У меня, кстати, есть покушать. Но он ко мне не идет, да? Бонни завис. Нет, он уходит, он уходит. Окей, я открою дверь тогда, пожалуй. Бонни! Ты куда пошел? Бонни пошел погулять. Ну смотри, он меня... О, он меня опять запалил. Да что ж такое-то, а? Ну и что ты мне сделаешь? Давай, давай, пройди сквозь дверь. Хрен тебе, понял? Хрен тебе. Так, ну пока он тупит, я пойду осмотрю пиццерию, что тут еще есть. Надо осмотреться в этом помещении, потому что здесь явно что-то есть. Это же вход. Я могу... Ух ты ж! Он активировался! Это глич-трап! Глич-трап куда-то ушел. Подожди, куда он ушел? Это что за комната? А вот он! Алло! Глич-трап, здравствуйте! Я тебя только что видел, ты пробежал мимо. Или это его клон? Так, где Бонни, кстати? Куда делся у нас заяц без маски? Он здесь? Нет, он забаговался. Я его не на... Его наказали, он в углу. А его на... А все, наказали зайца. Наказали зайца, в угол поставили, теперь он там сидит. Хорошо, к моему братишке меня не пускают. Пойду-ка я, наверное, знаешь куда? Открою дверь. У меня электричество кончается. Бонни все равно дурачок. Смотри, пошел в офис. Ты думаешь, тебя охранником возьмут? Хрен тебе, понял, да? Ушастый. Он на самом деле такой бесполезный аниматроник. Так, я могу, кстати, еще бегать. Можно меня выпустить отсюда? Мне не нравится в этом помещении. А если я встану на стол? А я не могу за... Я серьезно? Не, я могу прыгать просто. А, он меня сейчас убьет, спокойно. Где он? Ага, он дурачок, понятно. Ну, Бонни дурачок, он меня не догонит в любом случае. Если я запрыгну на стол... Я могу вообще? Да, я могу, смотри. Я могу запрыгнуть на стол, и Бонни меня может убить. Вопрос. Я стою на столе. А, лох! Чё ты мне сделаешь-то, понял, да? Не дотянет, он до меня не дотягивается. Смотри, изи-катка, как выжить ночь с дебилами. Куда ты пошел ты? В смысле, куда ты пошел? Алло. Я думал, он умный, и он обойдет стол, но нет. Видимо, мозгов ему не завезли сегодня. Ну, к сожалению, мы тащим до сих пор. Окей, курица с медведем тупят по-прежнему. У нас 3 часа ночи, мы сейчас продержимся эту ночь. Да ладно, серьезно, ты сможешь? Ты сможешь... А-а-а! Да в смысле? Ты охренел? Как? Как он меня достал? Я обосрался, конечно, но как он меня... А можно мне сразу вторую ночь? Можно сразу вторую? Я сейчас сделаю красиво. Я сейчас сразу пройду вторую ночь. Нафиг мне ваше обучение. Здравствуйте, Фонгай, я готов. Кто? Давайте, кто осмелится? Кто из вас, дебилов, осмелится напасть на меня сегодня? Одноглазый Фредди? Бонни без лица? Или поломанная Чика? Кто? Кто из вас, дебилов, сможет меня убить сегодня? Да никто, по-любому, потому что я охранник лучше, просто лучший охранник. У меня братишка сидит. У меня сидит братишка, давайте посмотрим на глич-трап, как он бегает, как дебилой. Давайте. Здравствуйте, да, здравствуйте. Он бегает и исчезает. Ну, глич-трап это классная такая пасхалка, видимо, да? Это, видимо, пасхальный глич-трап, который бегает здесь. Что он тут делает вообще? Да в смысле? Ты чё, я не понял, алло, ты куда? Это сейчас как? Это двойная пасхалка была? Это было необычно, окей, ладно. Не, ну за глич-трапа определенно лайк. Если ты не думал и не гадал, что от...
Так, тихо. Проснулись двое. Смотри, что делают-то, а? Чика прыгает как бешеная. Так, подождите, паровозик дебилов за мной гоняется, да? А почему Чика быстрее зайца? Так быть не должно. Ля, они что творят? Смотри, они долбятся друг в друга. Не, ну Чика определенно быстрее. Подождите, а Фокси еще вылезет? Ну если еще Фокси вылезет, то это все, это смерть. Это смерть. Они как бы тупые, да, но, блин, Чика бегает очень быстро. Долбитесь давайте друг в друга и не убивайте меня, пацаны. Я могу забиться на самом деле в офисе и все. У меня должно хватить энергии. Я пойду в офис, пацаны, вы меня задолбали. Я пойду в офис и все, я закроюсь. Думаете, я не закрою? Без проблем, смотри. Смотри, прикол. Сейчас смотри. Бонни, здесь он... Опа! И что вы сделаете, а? Что вы сделаете? Додики, а? Алло, все? Обосрались? Ха-ха! Вот что они мне сделают? Объясните, что они мне... Так, Чика сдалась. Чика сдалась и пошла вон. Ну, у меня в офисе лежит пицца. Возможно, Чика за ней хочет... до нее хочет добраться. Ладно, на второй ночи два аниматроника, которые абсолютно бесполезны. Они ничего не могут сделать. Чика вон опять пошла на сцену. Хотя она должна пойти на кухню, но на кухне сидит мой братишка. Он ее не пускает. Он охраняет пиццу. Бонни, походу, опять встал в угол. Не, я могу, конечно, выйти посмотреть. Давайте выйдем. Где Бонни? А Бонни нет, представляешь? Так и я могу тупо в офисе сидеть. А чем мне мешает? А чем мне мешает сидеть всю ночь в офисе вообще, вот просто? Типа я на изи могу выжить, они же дебилы. У меня, кстати, нет камер. У меня реально нет камер, я могу сесть? Я могу вот здесь. Не, подожди, это подстава. Чего? Это что? Это что такое сейчас? Это что за иллюминаты? Что это? Вот это что такое сейчас было? Это заячье ухо или это, или... Не, подожди, а что это было реально? Что это было? Что за спецэффекты не в этом, внеплановые сейчас? А, курица, спокойно. Это я сейчас ее сквозь дверь забаговал или что? Но она не может до меня дотянуться. Она проходит... Так, курица забаговалась, типа... Сдать ее надо в KFC, срочно сдать в KFC. Она сломана, у нее нет глаз, она меня не видит. Так, там ходит заяц, медведь стоит, окей. Ходит заяц, он меня сейчас спалит, да? Он меня спалит? Нет. Так, ладно, курицу мы забаговали, заяц меня не видит, он дурак. В чем смысл? В чем смысл выживания в этой игре? Я не понимаю, реально. Потому что, как бы, Фокси вроде не кидается, заяц тоже не особо такой быстрый. Фокси сидит у себя, ну, у себя. Фокси сидит у себя в бухте, его все устраивает. Короче, мы сломали курицу, я тут не виноват. Я думаю, я побегаю от зайца, что нам еще делать? Заяц, здравствуйте. Здравствуйте, заяц, да, здравствуйте, да. Не смою. Ты... Не-не, так нечестно, курица вышла. Курица вышла, я дверь открою. Что там заяц идет? Заяц, спокойно. Заяц, сюда не ходи, тебе сюда нельзя. Они вообще нарушают правила. Заяц должен быть с этой стороны, а курица с той. Какого фига? Какого фига вы нарушаете правила ФНАФа? Вы не должны. Кстати, какой тебе из этих аниматроников больше нравится? Разобранный Фредди, разобранный Чик или разобранный Бонни? Потому что они все разобраны, если ты не заметил, как бы. А возможно, тебе понравился Shadow Glitch Trap. Это уникальный, между прочим, аниматроник, которого мы ни разу не видели. Поэтому за то, что ты увидел Shadow Glitch Trap, за это великое, так сказать, видение тебе, да, вот ты же никогда не видел Shadow Glitch Trap, вот ты увидел сегодня в моем видосе, ты уже, вау, как так, это невозможно. Надо лайк ставить, понимаешь, лайк надо ставить. Игра классная. Игра... Ага, там плакат. Игра классная, но она очень простая пока что. Везде валяется пицца, Чика ее не жрет, это подозрительно. Чика не жрет пиццу, как это вообще работает? Она должна ее жрать пачками просто. Пачками. Бонни хотел зайти ко мне, так и не пришел. Не, ну мы ночь-то в любом случае выживаем. Мы видели Shadow Glitch Trap, мы ходили по улице, видели пиццерию. Мы здесь работаем, вторую ночь выживаем, пока что все легко и просто. Фредди сидит, пацаны на сцене, Чика хрен знает где. Возможно, она пошла на кухню. А где Чика, кстати? Я потерял Чику, если что. Давайте я открою дверь и проверим, где Чика. Хорошо, я рискну здоровьем. Я рискну здоровьем, проверю. Опа, вот она, Чика. А вот Чика гоняет. Ля, смотри, что делает. Она сумасшедшая. Неадекватная курица, она бегает то сюда. Им вообще на меня срать, да?
Им посрать на меня. Ну, что можно сказать? Аниматроники дебилы. Аниматроники дебилы, они ничего не понимают, ничего не соображают. Бонни пошел ко мне в офис, Чика ходит просто так. Не, ну пока что игра очень легкая. Да, Чика дура. Чика дура, и это никак не изменить. Допустим, ладно. Сейчас будет 5 утра, они просто, они тупые. 2 ведра с эндоскелетом внутри. Окей. Главное, чтобы Фредди не активировался и за жопу меня не схватил. Меня не пустили к братишке. К сожалению. Я хотел зайти к Голден Фредди, но меня не пустили. Вот, там закрыто. Есть еще секретная дверь, возможно, где-то есть ключ, но я не уверен, я не видел, по крайней мере, нигде ключа. Поэтому не знаю насчет секретной двери. Но она там есть, возможно, там что-то находится, но я не знаю. Возможно, обновление будет, и мы узнаем. Окей, если ты хочешь, чтобы игра вышла полная версия, то есть не забывай поддерживать лайками видосик. Чем больше будет лайков, тем быстрее выйдет полная версия. Потому что разработчик такой скажет: ага, игра-то крутая. Игру-то смотрят. Все фанаты ФНАФа ждут. Ждут, все, они сосутся. Да началось вот это, гомосятина вот это вот началась. Смотри, сосутся два дурачка. Спокойно, спокойно. И уже 6 утра. Все, успокойтесь, дебил. Да успокойтесь, я выиграл. Я выиграл, все, ничего не знаю. Я выиграл. 100 за 200 я выиграл, смотри. Меня запалила курица. Сраный Chicken McNuggets, отстань от меня. Отстань от меня, курица, отстань. Уже 6 утра, все. Тебе пора на сцену. 6 утра я выиграл, отстань. Куда Бонни ушел, кстати? А, Бонни в толчке. Ну, конечно, посрать ходил. Куда же он еще-то пойдет? Ладно, побегаем от курицы под конец. Все-таки 6 утра скоро настанет, и мы выиграем. И мы 100% выиграем, потому что ну куда еще? Что еще тут делать? Я что, дверь не закрывал? Не закрывал. Курица здесь идет. О, бежит ко мне как психичка. Она бежит как психичка. Она под спидами просто, реально. Так, ну все. Я выиграл. Курица, отстань. Отстань от меня. Все, отстань. 6 утра, пожалуйста, я выиграл. Это нечестно. Я... Так, курица, ну... Что? Разраб, иди в жопу, серьезно. Вот серьезно. Я прошел. Кто считает, что я прошел, ставим лайк. Ставим коммент, там пишет, что FNAF Play прошел, там хэштег, все дела. Я прошел, 6 утра было, курица не имела права меня убить, алло. Это, короче, Чика-читер, Чика-читер, все, ничего не знаю. Это научно доказано, и мы сейчас это видели. Сраная курица-читак, все, ничего не знаю. Тут даже написано, осторожно, эта версия игры содержит баги и глюки, еще и читерскую курицу. Поэтому я сделал все, что мог, но курица меня убила. Так быть не должно. Но мы с вами увидели Shadow Glitch Trap, за это лайк. Мы видели разобранных аниматроников, за это еще один лайк с другого аккаунта. И мы еще и прошли игру и увидели читера Чику. Поэтому за это еще третий лайк с третьего аккаунта. Поэтому давайте ставьте лайк со всех аккаунтов и ждем следующих серии, следующей версии и, конечно же, новых видосиков по FNAF 8 по взлому, потому что, типа, надо как бы это, дальше взламывать игру, а вы там лайки не ставите, поэтому давайте ставьте лайки, чтобы были новые серии. Вот как-то так. Вот такая демка нового хоррора по FNAF'у с разобранными аниматрониками из первой части и еще из Shadow Glitch Trap. Надеюсь, тебе понравилась эта серия и ты поддержишь видос своим лайком. А сейчас всем удачи, друзья, и всем пока!